Ирак потребовал от Турции в течение 48 часов вывести войска со своей территории. В противном случае, как заявили в Багдаде, будут приняты все доступные меры, в том числе обращение в Совет Безопасности ООН. В Анкаре в ответ заявили, что больше не будут направлять военных на иракскую территорию, не уточнив, впрочем, судьбу уже находящихся там соединений. По официальной версии, они были посланы для тренировки бойцов курдского ополчения.